Плата за соцнайм жилья может вырасти в 6 раз. Сегодня мэрия представила депутатам горсовета новую методику расчета тарифа. С нынешних 48 копеек до 3 рублей 20 копеек за квадратный метр. В городской администрации необходимость повышения объясняют тем, что содержание муниципального жилого фонда обходится бюджету слишком дорого, в то время как тариф за социальный найм жилья во Владимире один из самых низких по стране. Этот вопрос сегодня рассматривали на заседании комитета по жизнеобеспечению города, и пока депутаты с предложением мэрии не согласились. Народные избранники сочли новую методику расчета недостаточно обоснованной и отправили проект на доработку. Почему мы тогда все это время молчали и вдруг раз и сразу 6 раз? А давайте полтора, а через полгода еще полтора. Ну нельзя вот так вот пугать. Что предыдущая попытка была предпринята, увеличение доплаты за найм, она была предпринята на общественном совете при главе города. Тогда общественники возмутились этим фактом. Нам удалось добиться того, чтобы повышение не произошло. Сейчас это происходит вот в форме как бы такой, такого порядка. Это, я думаю, что жители города не поймут. Не поймут. Если депутаты сейчас в скоротечном режиме примут увеличение платы за наем в 6 раз.